Добрый день, я Вячеслав Журавлев. Работа на Макиваре. На Макиваре отрабатываются удары не только прямо, но и находясь в Макиваре под различными углами. В жизненной ситуации мы можем находиться к противнику под разными углами. На сегодняшний день мы рассматриваем две траектории. Это удар наотмашь, наотмашь вниз и траектория бокового удара. Я нахожусь к Макиваре, относительно Макивары, 45 градусов. Методика работы точно такая же, как удар прямой. Мы осуществляем давление в пол, энергия передается в бедро, выплескиваем энергию через руку. Обязательно поджать копчик, обязательно выдох на ударе. Вот основные функции работы с макеварой, находясь к ней под 45 градусов. Итак, первое. Нанесение удара наотмашь вниз и боковой удар. Вот основная методика нанесения удара, находясь в макеваре под 45 градусов.